Всем привет, с вами канал Артмания. Дима у нас на машине едет. Как машинка, смотрите, хорошо трясется. Ну вот, давай. Вот, молодец. Ну, все, приехал. Бип-бип. Бип-бип. Да-да-да, давай. Наяривай, давай, молодец. Как всегда, мы вышли на другую площадку. Ты будешь вылазить? Аккуратно только вылазить задом. Ты будешь передом, да? Голова не помещается. Что-то скажи, я вырос из этой машинки уже, да? Чисти дерево. Давай. Что-то сразу перестал. Да, тут дерево еще. Снежнее, да? И дядя сюда чистит. Какое красивое дерево. Снегом его как накрыло красиво. Да? Накрыло, как снегом его. Веточки какие красивые. И тут тут остался снег еще. Остался еще снег. Кто это здесь? Привет! Спилили, привет! Привет! Спилили. Ты тоже спилили. Ну да, спилили там посерединке. Ты тоже спилили дедушку. Да, тоже спилил. Тут сидит. Кто там в домике живет? Это кто это живет там? Это там Дима живет, да? Ой, не пролазит камера. Это у Димы там домик такой, шалашик, да, Дима? Да? Да. Это у тебя шалаш. Да? Да. 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 Сейчас упадет тебе так. Потянешь? Это цепью Саину. Какой у тебя домик красивый. Тебе нравится? Классный такой домик. Как мама раньше не догадалась тебе его сделать? Диму утеплили, потому что что-то у нас странное происходит. Прохладно почему-то у нас в Диминой комнате, хотя батарея раскаленная.
Воздух там спускать не нужно, потому что она вся раскаленная, но почему-то прохладно. Прошлые года, в прошлом, позапрошлом году, то есть было очень жарко, просто душно было. Ну, ты что нам показываешь? А сейчас вот зима, холодно. Не знаю, может быть, потому что окно еще открыто там. Поддувать, может быть. Поддувает, не знаю. Дё, ты так лезись. Дё, мама сейчас будет полы все перемывать, Димочки. Опять начинает подниматься температурка. Уже тут себе убрала я. Вот, начинает опять подниматься температурка. 37 и... Вот, ты уже тут. 37,2 сегодня было. То есть до 37 все дни было почти. Иногда, ну, до 37. Сегодня 37,2. Уже вчера он там с улицы мы пришли, палец обрезал. Позавчера тоже обрезал. И понеслось все заново, походу. Не знаю, уже страшно. Пьем воды, много воды, компоты, морса. Чуть-чуть не уследил за ним. Забегаешь сама домой, быстрее, самой раздеться, его раздеть, успеть ему руки помыть, быстрее, не успеваешь, потому что самой нужно тоже раздеться. И легко не оденешься, потому что выходишь на улицу, с ним гуляешь. Мерз, не замерзаю почему-то там очень сильно. Хотя одеваю двое леггинсов плюс джинсы, то есть я раньше не мерзла никогда. Может, леггинсы тонкие стали. Они уже давнишние. Может, наверное, года 3-4. Да, пук-пук-пук. Не знаю. Да? Да. Да, Дим, вот так вот спать ложится у нас. Спатенький, да? Ложится. Вот. Все белье меняю. Вчера я все перемывала. Все вот так вот полностью. Вот, ну, единственное, вот стены, конечно, остались. С инфекцией он их рвет постоянно. Только стены. Все перемывала. Игрушку козу я не мыла. Машинка мне попалась, я помыла. Вот. Пианино еще не помыла. Ну да, вот что-то, но остается. Простыночку меняем каждый день. Каждый день новый. У меня уже начинает заканчиваться порошок. Не знаю, наверное, буду доставку заказывать на неделе. Хочу заказать другой порошок, чтобы другим стирать. А мой слишком дорогой для этих удовольствий. Да. Ложись. Сейчас я буду мыть. А, вот моя швабра. Я думаю, не пойму, где моя швабра делась. Все, буду сейчас мыть полы. Каждый день полы моем со средством. Там такая вот пеночка образовывается. Сломал? Ну вот, ну давай сам. Делай сам. Сам? Я не умею это сделать. Ну как не умеешь? Я не умею это сделать. Значит, я умею сделать. Значит, я показал. Вот, одну сторону ты положил, клади другую. На улице 3 часа ночи. Представляете, вдумайтесь, 3 часа ночи. Смотрите. Вот тут сидят вороны. Самое интересное, что я сейчас видела, как она головой смотрит. Смотрите, вот они. То есть 3 часа ночи. Я думала, у них хотя бы есть домики какие-то, где они живут под крышами, под балконами. Смотрите. То есть она чешется, все. То есть она не спит. Они вообще не спят, получается. Офигеть, я даже этого не знала. Но они все сидят здесь. Когда они спят днем, они тоже летают. Днем они летают, они сидят вот на... Так, сейчас покажу. Вот на том дереве днем сидят. Короче, у нас снег идет. Такая красота там. Сегодня мы с Димочкой... А, ну вы видели, как мы гуляли сегодня. Класс вообще. Блин, я даже не ожидал их увидеть здесь. Обычно я ночью не захожу. А вон и выше сидят. Странно. Почему они не спят? Вон головой прям вертит, летает. Сейчас улетит еще.
полетит. Куда они? Они вообще не спят, что ли, получается? Или они на таком полудреме? Тогда вопрос, а где синички, воробьи? Ну, голуби, понятно, живут под крышами. Да. Бедные птицы. У них даже дома своего нету. Здесь у меня джунгли мои любимые, обожаю их. Всем спасибо за сегодняшний просмотр. С вами был канал Артмани. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите обязательно комментарии. Смотрите другие ролики. И всем пока-пока.